Приорский районный суд Казани согласился с доводами государственного обвинения и вынес обвинительный приговор 12 членам преступной группы, которые занимались незаконным производством и продажей опасной для здоровья спиртосодержащей продукции. Сообщество было поделено на три группы, возглавлял его Станислав Федоров, который на данный момент находится в международном розыске. Федоров закупал спиртосодержащую жидкость за пределами Татарстана, привозил в республику и хранил в Казани или в Зеленодольске на базах и в других подконтрольных ему местах. Затем он передавал жидкость лидерам структурных подразделений. К примеру, один из подпольных цехов находился в гараже в поселке Константиновка в Казани. В местах изготовления и хранения контрафактной продукции оперативники обнаружили и изъяли фальсифицированную алкогольную продукцию с маркировкой российских и иностранных производителей. Кроме этого, изъят спирт и спиртосодержащие продукции, множество колпачков, стеклянные тары с этикетками, приспособления для изготовления и укупорки алкогольной продукции, денежные средства на общую сумму более 1 000 000 рублей, а также черновые записи, которые отражают объем сбыта фальсификата. Пойло продавали как под видом местного алкоголя, так и под видом дорогого. Больше всего от рук мошенников пострадал Татспиртпром. Ущерб фирма оценила в 6 миллионов рублей. Также пострадали производители известных марок элитного алкоголя. Общий ущерб превысил 11 миллионов рублей. Бутлегеры нашли оригинальный способ получения тары. Они скупали ее у населения, организуя пункты приема стекла, стационарные и в рюмочных. По данным акционерного общества «Татспиртпром», анализ показал, что нелегалы продавали опасную для здоровья жидкость. Но это еще не все. Бутлегеры решили захватить весь рынок алкоголя. Они производили даже так называемые фанфурики – 100-граммовые пузырьки с этикеткой «Лосьон косметический». Причем их товар был дешевле и имел разные отдушки – ржаной люкс, медовый люкс, березовые почки, хлебный люкс на бруньках. Приговору суда участникам группы назначены разные сроки – от 2,5 лет условно до 8,5 лет колонии строгого режима. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».